Карен, назови три правила крутого интервью. Первая — подготовка. Это самое важное, и я бы еще сказал, что для меня лично самая интересная часть процесса. Ты сидишь как просто какой-то агент ФБР и ФСБ, обложился, знаешь, там, документами какими-то. Думаешь о том, что какой-то интервьюер не добил вопрос, не добил следствия. Думаешь, о, это мое. Второй момент. Не надо пытаться подружиться с героем. Если ты профи, если ты интервьюер, ты должен сейчас сделать максимум. Задать самый даже неудобный вопрос, который может застать врасплох человека. И третье. Я назову вот что. Хорошее интервью – это встречное, в общем, движение. Если интервьюер задает хорошие вопросы, а человек отвечает «да-нет» или «воду льет», то ничего хорошего не получится. Встречное движение должно быть на интервью, и тогда все заработает.